Приветствую всех любителей рыбной ловли. Как прекрасен этот мир, посмотри. Именно словами из этой песни хотелось бы начать сегодняшний выпуск. Первый день, наверное, за сегодняшнюю ночь навалило снегу, и так приятно уже прогуляться по лесу. Начинает напоминать настоящую зиму. Холод уже стоит давно, рыбачим со льда уже, и давно не первый лед. А вот то, что снежку поднасыпало, вот только первый раз так хорошенько. И новый наряд, все деревьюшки наши оделись. Посмотрите, как красивые елочки сразу стали. До этого стояли, проходил мимо, не замечал, тут сразу идешь по лесу, ах, как красиво. Сегодня моя задача половить живца и проверить снасти на лими. Надеюсь, все пройдет удачно. В прошлый раз мы поймали с Артемом щучку, окуньков на где-то там. Померли, мы пересадили носорожку, может носорожку подливать лучше. В общем, дойдем до реки, увидим. Сначала надо зайти на яму, на выход из озера Устолец, половить сорожки на жуцов. Ну вот какая другая рыба, вот подаст мелкий окунь, все подойдет, короче говоря, на жуца. Может даже там ёршик попадется, это тоже хорошо. Сейчас дойдем до места. Времени уже после обеденное, такое я вот дома пообедал и пошел проверить. Сегодня пятница, рабочий день. Но у нас такая вот ситуация сложилась, что сегодня не плановый выходной. Это мне на руку, потому что выходные я могу порыбачить. Ну, лишний день для рыбалки. Но опять не отработал, меньше денег заработал. Тоже плохо. Ну, да будем надеяться на лучшее, что сейчас рыбу поймаем, и все окупится. Ладно, что я тут не по теме уже пошел. Надо идти, пока не стемнело, но достаточно ловить. Вперед. На место, и как все это хорошо складываться, никого нет на месте на данном. Попробуем что-нибудь поймать. У нас ручка с мормышкой, с маленькой, рисовая. Большое желание поймать побольше жуца запаса, чтобы потом еще можно было потом на жилищной рыбалке сидеть. Но немного времени. Плюс вот то, что рыбаки ушли. Никого нету. Вот можно тут все из-за того. Рыба не клюет. Но мы попробуем поймать несколько лопичек хотя бы. Посадим свеженького мотыля. Маленький какой-то. Лунки есть, давать бот, можно бот отпустить в одну камеру. Хорошо, и буду нести с собой, не надо. Унок, уйма свежих. Все ушли, нафиг. Все мои лунки. Можно прикормиться? Ну вот. Если будет прикормиться, не надо. Ice mix, мотив, это уже готова прикормка, то есть такая. Именно, если прикормка разбухнет и будет тонуть. Здесь еще что-нибудь. Мелкий окунёк, но нам такой подойдет, в принципе, для прикормки, для ловли
хищной рыбы. Давайте первого отпустим. Все равно воды пока не набрал. Воды наберем, потом будем ловить чечков. Гость, трое счастья. Подсекай хотя бы иногда. Ну что ж, вот мы уже находимся на самой реке Луза с Настей. Будем проверять сейчас на Риме. Живцов запасся с лихвой. Хорошо очень клевало. Попытался поснимать под водой, но мрак полный. Даже под льдом, что не знаю. Дома посмотрю по-хорошему на этом, на маленьком экране камеры. Плохо видно. Если что-то есть там интересно, покажу вам. Сделаю в выпуске. Сейчас уже проверочные лунки скрыл. Сейчас будем проверять. Возможно, все-таки налим нас порадует когда-нибудь. Все-таки верю в него. Мужик он хороший. Но пока, сколько уже проверяем, ходим. Что уже? Вторая неделя стоят пустую. Ну, щучка, не считая щучки. Около килошника. Сегодня жена почистила ее. Но хотелось бы и налима пожарить. Так что будем надеяться, что сегодня нам удастся его зацепить. Ну, вперед. Живец есть, все подготовлено. Начнем проверять. Сегодня все прошло довольно печально, так что выпуск одним днем не обойдется. Выложу другим выпуском, когда проверю, поймаю наконец этого налима. А пока все печалька. Не знаю, поймаем ли что-то мы или что-то не поймаем. Уже появилось желание переставить данное место с Настей. В прошлом году ловилось хорошо, в этом году что-то нет никого. Пожалуй, несколько штучек в следующий раз, если ничего не будет, переставлю на другую сторону реки или в другом месте. Попробую, пораскидаю их просто помасштабнее по реке. Не будут попадаться, потом уже будет все сместить. Пока так, как есть. Рыбы не попалось. Увидимся в этом же выпуске. Более рыбалка, такой другой день будет для меня. Всем пока. Приветствую всех любителей рыбной ловли. Еще раз. Сегодня воскресенье, на рыбалку я не уехал никуда. Планы были, но даже звонить никому не стал, потому что смысла нет. С утра минус 30, сейчас на данный момент минус 21 было, когда из дома выходил уже. Температурка маленько поспала. А время-то обед.
Ну, короче говоря, можно было свою удочку взять, да здесь им половить, но я не решился. И пошел просто проверить свои на линии снасти очередной раз. Сегодня я их просто проверю и выпуск выложу при любом раскладе. Потому что не вижу смысла дальше что-то там. Если нет, ничего не поймалось, но дольше снимать пока проблема не буду. Будем ждать, пока начнут клевать. После нереста по-другому поставим, если что, снасточки. А сейчас, ну если попадется, можно будет еще поснимать выпуски на лиме. На реке видно, что никого нет, хотя вот напротив места часто посещаемые рыбаками, но никого здесь на сегодняшний день не видно. Ну, дурачков мало. Никто не хочет мерзнуть особо. Ну сейчас шел, придумал, думаю, что вот так вот, на будущее сделаю палатки, палатку покупать пока не на что, зимнюю, сделаю. Тут Коля Горбунов мне тут советовал, по-моему, он, да, говорил, что сделать пакет, просто натягивать на бур и на себя сесть, и вот между буром такой большой сделать пакет и в нем рубачить. В принципе, как вариант, вполне можно такую штуку изобрести и морозы ловить в пакете в таком. В дальнейшем попробую такой пакет изобрести, и если будет погода холодная, то обязательно сделаю. Еще что у меня нового, давайте пойдем туда же. Маленько отойдем от темы, ничего страшного. Пришла камера с Алиэкспресс, заказывал, хотел поснимать выпуск и волен рыбалка на другую камеру. Но, увы, качество такое, что ну вот первые телефоны мобильные, когда появились с видеокамерами, вот там на некоторых телефонах еще камеры лучше снимали. Качество вообще никакущее, и вот не знаю, сейчас я заказывал через человека, не сам с Алиэкспресса. О, человеком договорились, он сейчас открыл спор с продавцом и как... Не знаю, до чего добьемся, может быть, конечно, обменяют, может там что-то. Какие-то предложения будут со стороны сайта с Алиэкспресс. Но камера это снимать, ну это просто дико. Вот телефон снимать в два раза лучше. Как вот два там, 52 раза лучше. Я то даже снимал, вот, ну вы видите, вот он узкий синичку там снимал. Я так посмотрел, даже очень неплохо получилось. Даже на компьютере смотришь. Если где-то зафиксировать телефон и руками не трясти его, то и на телефон снимать можно. Намного лучше получится, чем на эту камеру. Еще что, с Андреем Шефером только что переписывался, думали, тоже намекнул то, что вот на улице морозы у нас, вот в наших краях, как будешь проводить соревнования, если будет минус 30. Естественно, минус 30, если будет, то никто не придет, и смысла проводить уже не будет. Но я думаю, сейчас смотрел по сайтам прогнозы погоды, погода вроде бы около дела стоит на выходные. Но хотя она вот вчера стояли морозы на всю неделю, сегодня стоит уже на всю неделю тепло, там где-то 14-15 градусов. На неделе, в субботу, в воскресенье вообще там где-то градусов 10. Ну, 10 градусов, мне кажется. Много желающих будет прийти на соревнования. Ничего страшного, вот морозе нет такого. Это не мороз. Естественно, ждать в декабре, в январе, в феврале плюсовую температуру, там или минус 2, минус 3, это дико. В наших краях такого нету. И народ, привыкший уже к такую погоду, рыбачить минус 10, минус 15, то я думаю, люди придут и на соревнования. Ну, если будет сильно холодно, но я приду на место соревнований. В любую погоду посмотрю, если кто-то придет, то будем проводить, если нет, то там уже. Ну, там, если придет два человека, решим проблему. Будем распускать всех домой. Ну, я говорю сразу, если будет минус 30, не ходите на соревнования, их не будет. Ладно, пойдем проверять на линии снасти. Может, в мороз на линию клюнул. Сейчас вот холодно, вот последние два дня стоит. Время проверки на одной из донок я почувствовал подтяжку. Решил включить камеру и отпустил временно донку. Но забыл записать звук на телефон. Так что озвучиваю уже дома. В общем, дело было так. Достаю, чувствую, что-то есть. Думаю, на лименок. Чувствую, что рыба небольшая, но застав, я увидел на свое удивление голавлика. Эта рыба я ни разу не ловил на живца, тем более зимой. Его поимка стала первой в моей жизни. Теперь я буду знать, что на данном месте вполне можно поймать и голавля. Ну, в принципе, летом я здесь ловил, но зимой ни разу. Ни на удочку, ни на какие другие снасти мне здесь ловить голавля зимой не получалось. Теперь, как вариант, вполне возможно здесь ловить и такую рыбу, как главлик. И, в принципе, можно делать это целенаправленно, используя какие-то другие насадки, ну, уже считающиеся более головлевыми. Ну что ж, все проверил,
камера на села у меня, холодно сильно. Вот прощальную речь снимаю уже на телефон. Головлик один попался. Интересно, конечно, событие, но не налим. Налим атаки я до сих пор еще в этом году я не видел. Но надеюсь, увидим еще. Все у нас впереди. Но головлик порадовал, хоть и небольшой, но первый в моей жизни пойманный на вот такую снасть. Как постовушка на живца поймал головлика. Маленькая уклика была поставлена на ней, и он соблазнился. Ну, вполне, как результат, можно. Щучка попалась, головлик попался. Еще бы налимчики попадались, смотрите, вот. Можно разловить место, подобрать какую-то насадку, какую-то рыбку, на какую будет лучше клевать. Ну, будем проверять, будем ходить. Интересное занятие. Все у нас еще впереди. Спасибо всем, кто смотрит. Увидимся в других выпусках очередных Болин Рыбалка. Всем пока. До скорых встреч. С вами был Юрий Тетерин.